Казахстанская спортсменка Ирина Юнусметова завоевала лицензию в пулевой стрельбе на предстоящую летнюю Олимпиаду в Париже. На главные игры четырехлетия, которые стартуют уже 26 июля, она прошла по итогам рейтинга Международной Федерации. Юнусметова специализируется по стрельбе из пневматического пистолета. К эфиру присоединяется наш спортивный обозреватель Алишер Накипов. Итак, Алишер, как в Отечественной Федерации прокомментировали эту новость о завоевании путевки? Доброе утро. В частности, главный тренер национальной сборной по пулевой стрельбе Ольга Довгун отметила, что не сомневалась, что мы получим эту квоту, так как Ирина Юнусметова принимала участие во всех этапах Кубка мира и показывала стабильные результаты. Квота стала шестой для подопечных Ольги Довгун. Ранее на Олимпиаду отобрались Ислам Сатпаев, Александра Лель, Никита Чирюкин, Арина Алтухова и Константин Малиновский. Всего у национальной команды Казахстана 67 лицензий в 20 дисциплинах. В Астане состоялся финальный матч чемпионата мира по сурдофутзалу среди игроков до 21 года с нарушением слуха. В решающей стадии хозяева первенства встретились со сборной Ирана. В основное время команды сыграли в ничью, однако в дополнительных экстра-таймах по 5 минут гости сумели удачно воспользоваться своими шансами и вырвать победу с результатом 7-4. Таким образом, Иран стал двукратным чемпионом мира по сурдофутзалу. На дебютном мировом первенстве 2 года назад в Куала-Лумпуре наша команда также дошла до финала, где уступила иранцам со счетом 0-1. Чемпионат мира по футзалу среди спортсменов с нарушением слуха до 21 года впервые прошел в Астане. В соревнованиях приняли участие команды 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Коллеги, к этому часу это пока все. Спасибо, это был Алишер Накипов и его Sport Life.